Выпускников приглашают в военный институт. Сегодня в 12-й столичной школе старшеклассникам рассказали об учебе в ВУЗе. Институт готовит офицеров для армии, рассказывает Юрий Чернявский. На данный момент для вас важно определиться с выбором профессии. Казалось бы, обычный визит молодого офицера в школу в реальности сродни выполнению боевой задачи. Капитану нужно воодушевить выпускников столичной школы на поступление в военный институт Минобороны. Как и в бою, здесь важны тактика подхода к разговору и правильно выбранная стратегия. Офицер начинает с фронтальной атаки и говорит о перспективах, которые открывает военный диплом. Очень много наших выпускников дослужилось до хороших, ответственных, больших должностей. Я их озвучивать не буду, но такие люди непременно имеются. В качестве примера офицер приводит самого себя. Капитан и сам закончил военный вуз, а теперь в свои 28 лет занимает одну из руководящих должностей в институте. Школьникам он приводит еще один убийственный довод, почему стоит идти в военный институт. Трудоустройство по окончании 100% и быстрый карьерный рост гарантирован. Сейчас такой переломный момент, и не только в нашем государстве, а вообще в странах постсоветского пространства, когда офицеры уже советской закалки постепенно уходят по возрасту на пенсию. Им необходимо передавать свой богатый опыт, свои знания молодому пополнению, так сказать, молодому поколению, передавать. То есть это смена? Да. До последнего звонка 11-классникам остались считанные месяцы. И сегодняшний разговор для некоторых из них может стать шансом сделать правильный выбор профессии. Мы выпускники 11 класса, нам скоро выбирать профессию. И, возможно, мы задумаемся о военной карьере. Спрос на военную специальность сохраняется, отмечают в Минобороны. Престиж армейской службы растет, но конкуренция высокая, и вузы продолжают биться за выпускников. Выражаясь по-армейски, на войне за абитуриента все средства хороши. Юрий Чернявский, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.